Добрый день, мои хорошие. Рад всех поприветствовать на канале Гороскоп Ну и мы. Как обычно, начинаем начинать новый прогноз. И он у нас оказывается на 2 февраля 2021 года. Естественно, я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. В этот день Овен вооружен и очень опасен. Вряд ли кто-нибудь сможет устоять перед его природным шармом. Гороскоп рекомендует ему отбросить комплексы и пустить в дело свое очарование, которое в этот день способно сразить кого угодно на повал. Конечно, Овну стоит быть осторожнее с этим мощным оружием. Попытайтесь в этот день избежать невинных жертв, бейте прицельно. А пристреливаться Овен может начать уже с самого раннего утра, если любимый человек окажется в зоне его его поражение. Любовный гороскоп для Овна. В этот день Овна, как молния, может поразить сильное чувство. Шансы влюбиться с первого взгляда, да не максимальны. Да, вполне возможно, что влюбится Овен не в того, но что тут поделаешь, Амур не читает гороскоп совместимости и не разбирает, куда полить из своего лука. Эмоциональный накал будет сопровождать Овна целый день, так что уже с утра подумайте, на кого вылить огненную лаву своих страстей. Заранее назначьте романтическое Свидание, а может даже и не одно. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. В этот день в Овне могут пробудиться великолепные организаторские способности. Этому будет способствовать сама ситуация. Овну невольно придется распределять обязанности, ставить задачи и контролировать их выполнение. И он справится с этим, доказав, что талантливый человек талантлив во всем. Впрочем, даже если возможности поруководить другими не представится, Овен в этот день вполне сможет реализовать свой потенциал, организовав собственный труд, увеличив те, тем самым личную эффективность. Тайм-менеджмент творит чудеса. Телец. Этот день тельца может быть отмечен переживаниями, какое-то событие или воспоминание способно сильно выбить его из колеи. Внутренняя жизнь в этот день будет сильно отвлекать тельца от дел, поэтому он рискует ошибиться в мелочах, спутать повороты или забыть о назначенной встрече. Кроме того, гороскоп предупреждает о повышенной эмоциональности и ранимости от тельца. В этот день вы можете слишком остро реагировать на критику и собственные промахи. Любовный гороскоп для тельца. Шансы сотворить что-нибудь этакое за что потом будет стыдно в этот день у тельца очень велики. Надеемся, что это что-то будет приятной, невинной глупость, а не скандал на пустом месте. Причиной срыва послужит то, что телец долгое время сдерживал свои эмоции. Не стоит запускать ситуацию и закрывать чувством выход. Если в этот день телец уже с утра не будет находить себе место, если личная жизнь не даст ему сосредоточиться на других делах, гороскоп призывает бросить нахрен все и решать личные проблемы. Не стоит ждать большого взрыва. Гороскоп карьеры и финансов для тельца. В этот день тельцу как никогда требуется максимальная внимательность к деталям, иначе от него может ускользнуть и безвозвратно потеряться очень перспективная в финансовом плане идея. Звезды советуют тельцу не бояться смелых и нестандартных решений, встречать новые предложения с энтузиазмом, на время приглушив свой скепсис. Гороскоп напоминает, для того, чтобы получить то, чего никогда не было, надо делать то, чего не когда в жизни еще не делал. В этот день телец может здорово преуспеть там, где другие просто не увидят никакой выгоды. Близнецы. В этот день близнецов может посетить сильнейшее желание получить что-нибудь для души. И неважно, будет это какая-нибудь вещь, которую они страстно хотят обладать, или же путешествие, в которое пожелают отправиться во что бы то ни стало. Гороскоп советует близнецам побороть свое желание и отпустить его, как наполненный гелием воздушный шарик. В этот день не самое лучшее время, чтобы идти на поводу внезапно возникшей прихоти. Будьте сильнее этого. Достаточно взглянуть на ситуацию со стороны или спросить у кого-то, и станет понятно, какие действия в этот день уместны, а какие лучше отложить на попозже. Любовный гороскоп для близнецов. Цвет настроения близнецов определить в этот день будет невозможно. Они намерены меняться как как раз ходящего с ума хамелеона. Больше всего от эмоционального шторма пострадает любимый человек, ведь большая часть переживаний близнецов будет связана со сферой личных отношений. Гороскоп, конечно, уверяет, в этот день многие проблемы будут казаться больше, чем они есть на самом деле. Близнецам стоит выпустить из рук лупу и отказаться от крупных преувеличений. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Этот день может э, преподнести близнецам немало сюрпризов, причем самых непредсказуемых. Возможно, у близнецов откроются глазки на какую-то ситуацию или коллега поведет себя неожиданным образом. Такие моменты могут немало их развлечь, а также отвлечь от работы. Интриги, тайны, сенсации. Это, конечно же, увлекает больше отчетов и монотонных рабочих процессов. Однако близнецам в этот день не стоит забывать, за что им на самом деле платят зарплату. Иначе в противном случае она может может оказаться меньше, чем они рассчитывали. Причем как минимум в два раза. Рак. В этот день рак может находиться в раздраженном настроении. Ощущение, что все вокруг заговорили, чтобы довести его до точки кипения, может его не оставлять уже с самого утра. Гороскоп призывает рака в этот день к сдержанности. Не стоит подавать виды заговорщикам, что вы раскусили их коварный планец. Лучше предпримите контрмиры. Улыбайтесь. Это всех раздражает. Ну а если серьезно, то в этот день раку, чтобы избежать ненужных проблем, важно сохранить спокойствие и здравый разум. И не пороть горячку. Любовный гороскоп для Рака Если Раку не хватало решимости говорить о своих чувствах, в этот день самое время это сделать. Переборите себя и расскажите избраннику, как вы его любите, поделитесь планами на совместное будущее, в этот день вас будет довольно огня, чтобы зажечь его сердце. Гороскоп ободряет Рака, это его день, так что есть все шансы повернуть ход романа о любви в интересное ему русло, начать новую главу в личной жизни, скажем так. Не Пишитесь в этот день, перегорите и останетесь мерзнуть у затухающего костерка былой страсти. Гороскоп карьеры и финансов для рака: в этот день гороскоп обещает раку достаточно накаленный в эмоциональном плане денечек, как нарочно, коллеги или клиенты будут то и дело испытывать его терпение. Гороскоп советует раку стравливать пар, потихонечку, ворча на окружающих, выговаривая ноутбуку или рассылая злобные письма должникам, иначе можно попросту рвануть, как мир. Что не слишком хорошо отразится на его самочувствии и имидже. Если не получается изменить ситуацию, просто постарайтесь изменить свое отношение к ней. Возможно, эта мысль позволит в этот день Раку вернуть внутреннее равновесие и хорошее настроение. Лев. В этот день льва окружает энергия азарта, соревнования и силы, которая целый день будет его вдохновлять. Конкурс еще не начался, а лев уже настроился стать победителем. Однако гороскоп предупреждает, наблюдение за чужой активностью и игрой, которая будет разворачиваться непосредственно вокруг самого льва, в этот день принесут ему даже больше пользы, чем непосредственное участие в битве за призы. Да и вообще, в любой ситуации в этот день гороскоп советует льву сначала как следует разобраться, прежде чем становиться ее активным участником. И уж тем более, прежде чем принимать ту или иную сторону. Любовный гороскоп для льва. В Льве в этот день почувствуется первобытная энергетика, которая как магнит подействует на лиц противоположного пола в радиусе 20 метров. Совет любовного гороскопа Льва в этот день един. Будьте собой, не пытайтесь соответствовать навязанным стереотипам, забудьте обо всем, что пишут блогеры и другие советчики, делайте то, что кажется правильным вам. И тогда в этот день к вам притянется тот человек, который действительно вам нужен. Ну конечно если вы его ищете. Гороскоп карьеры и финансов для Льва. В этот день Льву представится возможность реализовать лидерские задатки и продвинуться в осуществлении своих проектов. Звезды подарят ему необыкновенную красноречивость и убедительность, что позволит с легкостью доказывать свою правоту и заставлять людей прислушиваться к своим словам. При желании Лев в этот день сможет вдохновить подчиненных или коллег, убедить партнеров и даже клиентов. Гороскоп советует ему брать брать быка за рога и не распыляться на посторонние дела. Дева, Гороскоп Девы говорит о ее высочайшей производительности. В этот день в представителя этого знака зодиака, похоже, вселился дух Стаханова. Благодаря переполняющей ее энергии, Дева сможет браться за несколько дел одновременно и при этом все успевать. Высокий темп не вызовет усталости. Напротив, вечером этого трудного дня у Девы даже останутся силы для встречи с друзьями или подвигов в постели. Кроме того, это отличное время для того, чтобы попробовать себя в каком-нибудь новом виде деятельности например в творчестве или в спорте любовный гороскоп для девы что это за легкое гудение да, это же Дева гудит, как трансформаторная будка. У нее внутри в этот день будет высокое напряжение, так что не пытайтесь влезть к ней в душу, убьет напрочь. Любовный гороскоп предупреждает о том, что в этот день для Девы велики риски взяться или ввязаться в конфликт, связанный с ее личной жизнью. Не исключено, что она будет раздосадована чьим-то вмешательством в ее дела или неосторожным высказыванием о любимом человеке. Как бы то ни было, реакции Девы может быть... Быть чрезмерной, несоответствующей ситуации. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. В этот день Дева на протяжении дня будет искать ответ на вопрос: что такое не везет и как, блин, с этим бороться. Могут случаться досадные недоразумения и промахи, которые расстроят ее планы. Возможно, подведут коллеги или партнеры в бизнесе, на которых Дева очень рассчитывала. Гороскоп советует Деве в этот день не поддаваться унынию, не ошибаются, только боги. Вы же знаете с терпением и позвольте себе и своей жизни быть немножечко неидеальными. Этот путь избавит деву от обид и разочарований и позволит ей по-новому взглянуть на ситуацию, а возможно найти из нее парадоксальный выход. Весы. Если в этот день вокруг весов возникает сложная или даже авральная ситуация, значит все идет по плану. Гороскоп советует им смело шагать прямо в эпицентр событий, доказывая себе, что они могут справиться с чем угодно. Возьмите ситуацию в свои руки и под свой контроль. В этот день вам это по плечу. На самом деле многие хотят услышать мнение весов и еще больше увидеть, как они будут действовать в непростой ситуации. Если весы не используют шанс этого дня проявить себя, следующий предоставится как минимум через месяц. Любовный гороскоп для весов. А в этот день весам доктор прописал яркие эмоции. В аптеку с этим рецептом идти бесполезно, так что надо самим позаботиться о своем самочувствии и устроить что-нибудь сумасшедшее, причем обязательно в компании с любимым человеком. Гороскоп любви весов благоприятен для новых знакомств. Вы умеете привлечь к себе позитивное внимание в любой компании, ведь вас в этот день бурлит энергия самой жизни. Очаровывайте и завоевывайте. Гороскоп карьеры и финансов для весов: в этот день звезды предупреждают. Максимализм и крайне независимая позиция весов могут сыграть с ними залющую шуточку, рассорив с ним людей, которые могли бы оказать поддержку в делах. Гороскоп советует весам глушить тенденции дня, постоянно напоминая себе, что один в поле него. Доказывая всему миру свою самостоятельность в этот день не стоит. Командная работа зачастую дает гораздо лучший эффект. Тем не менее, весам имеет смысл постараться стать лидером команды. Скорпион. Гороскоп предупреждает. Проблемы в личной жизни могут помешать в этот день Скорпиону в работе или решении важных задач. Скорпион может в задумчивости рисовать на отчетах завитки и цветочки и пропускать мимо ушек важнейшую информацию на собрании. Гороскоп советует ему отложить решение сердечных вопросов на вечер, а в течение дня через «не могу» попытаться заняться рутинной работой. Стать сверхрезультативным Скорпиону в этот день в любом случае не удастся. Однако имитация какой какой-нибудь деятельности, просто необходимо. В противном же случае витание скорпиона в облаках может быть прервано окружающими самым неделикатным образом. Любовный гороскоп для скорпиона. Пьеро. Не лучший объект для подражания. В сказке Мальвина выбрала его, но в жизни она наверняка бы сбежала бы с веселым Братина. Однако Скорпион в этот день предпочет печальный образ грустного истеричного поэта, чем способен навести тоску на любимого человека и окружающих. Гороскоп любви призывает Скорпиона отказаться от этого амплуа, дайте выход своим эмоциям, хватит сдерживаться, вы же кипите изнутри. В этот день Скорпиону полезнее устроить один хороший скандал со слезами и примирительными объятиями, чем испортить настроение близким своей кислой миной. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день неординарный мышление Скорпиона станет для него золотым ключиком, открывающим заветную дверцу к материальному достатку. Скорпион может испытать прилив вдохновения, что позволит найти нестандартное и наиболее удачное решение давно заботящего рабочего вопроса. Именно творческий подход поможет Скорпиону в этот день подкинуть перспективную идейку своему коллективу, или с новой стороны рассмотреть зашедший в тупик старый проект. Звезды советуют Скорпиону не бояться экспериментов и смелых идей. Из них имеет шансы на успешное воплощение. Стрелец, гороскоп обещает. Этот день Стрельца будет насыщен событиями, пусть и не планетарного масштаба, но яркими и очень важными для него самого. Вполне возможно, что некоторые из них сильно взволнуют Стрельца. Чтобы не потеряться в вихре эмоций, ему потребуется жесткое расписание, иначе он рискует не успеть выполнить какие-то важные дела. Разговоры в этот день будут полны искренности и глубокого смысла, чье-то высказывание может даже заставить Стрельца изменить свое решение отношений к какой-то ситуации или к целому человеку. Любовный гороскоп для стрельца. Стрельца в этот день будет заносить на поворотах из-за внутреннего напряжения в этот день он может вести себя с любимым человеком полностью неадекватно. Не претензии, истерики на пустом месте, взрывные эмоции, возможно все. Гороскоп предупреждает. Реакции стрельца в этот день чересчур остры Не следует давать себе закипать. Если почувствуете, что надумываете лишнего Прямо говорите со второй половинкой о своих эмоциях или посоветуйтесь о ситуации в отношениях с лучшим другом. Гороскоп карьеры и финансов для стрельцов. В этот день звезды дарят стрельцу удачу в делах. В течение дня у него будут шансы проявить себя и, не напрягаясь, решить по ходу несколько рабочих задач. Стрельцам, предпринимателям гороскоп предлагает вернуться к отложенным в дальний ящик проектам. В этот день вы сможете взглянуть на них под нужным углом и, возможно, разглядеть в них выгоду. В целом это благоприятно. Приятно финансовом плане день, когда можно получить больше прибыли, чем ожидалось, потратить меньше, чем планировалось, или найти новый источник дохода вовсе. Козерог. Вполне возможно, что Козерог в этот день будет переживать из-за своего финансового положения. Желание Козерога найти быстрый выход из кризиса может заставить его подумать о нестандартных схемах заработка. Будьте осторожны. Гороскоп предупреждает в этот день об опасности ввязаться под влиянием эмоций в сомнительное предприятие и даже чистой воды авантюру. Не уподобляйтесь, Буратино. Не зарывайте последние золотые монетки на поле чудес и внимательно проверяйте свое окружение. Нет? ли где-то поблизости кота базилио под руку с лесой алисой любовный гороскоп для козерога в этот день обстоятельства предложат козерогу поиграть в представителя английской аристократии и явить миру покер фейс. причем на козерога в этот день лучше не ставить он практически обречен на провал любовный гороскоп уверяет внутри него будет кипеть и шкварчать будто черти решат поджарить сердце на раскаленной сковородке так что спокойствие у козерога в этот День может быть только показное, да и то, знаете ли, не слишком убедительно. Лучшее, что он может сделать в этот день для отношений с любимым человеком, постараться с ним не видеться. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день звезды предвещают Козерогу какой-то трудный выбор, касающийся финансов. Это может быть неожиданно подвернувшаяся интересная вакансия, а может и предложение поработать сверхурочно или возможность получить чужую премию, переплюнув коллегу. В любом случае, гороскоп указывает на неоднозначность выбора, которую наилучшим образом описывает выражение. И хочется, и колется. Козерогу надо принять хорошее, продуманное и взвешенное решение. Это убережет его от ошибок и будущих сожалений. Водолей этот день отлично подходит для шопинга. Водолею будет хотеться чего-то новенького. Впрочем, эту жажду могут утолить также путешествия, новые эмоции или новые знакомства. Домашнее же затворчество в этот день лишь навредит. Наедине с собой водолея может поглотить необъяснимая волна печали. Чтобы этого не произошло, гороскоп прописывает в этот день водолею не только перемены, но и физическую активность в любом ее проявлении. Если нет возможности попробовать себя в яхтинге. Вспомните о фрисби или хотя бы о завалявшейся под диваном скакалке. Любовный гороскоп для водолея. Если у водолея накипело, в этот день его прорвет. Гадалки не ходи. Его любимый человек отхватит по первое число за все реальное и мнимое. Так что ему не позавидуешь. Любовный гороскоп характеризует эту степень конфликтности водолея как наивысшую. Так что собеседника из него не получится. Только обвинитель. Учитывая склонность к демонстративному поведению и необдуманным поступкам водолей в этот день может даже решиться на разрыв отношений гороскоп карьеры и финансов для водолея в этот день звезды не советуют водолей действовать в делах напролом лучше использовать обходные пути для достижения цели избегайте прямых разговоров и вопросов в лоб ваша тактика в этот день это тонкие намеки с дальним расчетом человека иногда достаточно просто подтолкнуть в нужном направлении чтобы он нашел верное решение таким образом Таким образом, водолей сможет успешно донести до сознания руководства или коллег свои планы, не выдавая себя, и получить отличный результат. Рыбы. В этот день в течение дня рыбы могут раз за разом демонстрировать ворчливое настроение, в котором они готовы запилить кого угодно до смерти. Если подходящей жертвы рядом нет, они могут перенести недовольство на самих себя, занявшись психоанализом, то есть самоедством. Гороскоп предостерегает от перфекционизма в этот день. Так хорошо, как хочется рыбам, в этот день все равно вряд ли получится, а вот нервов будет потрачено, увы, немало. Еще одна особенность настроения рыб в этот этот день – это желание погрузиться в свои воспоминания. Причем то, что происходило в прошлом, будет представать в их памяти в искажающей розовой идеальнической дымке. Любовный гороскоп для рыб. Ух, какие мы нервные. Гороскоп рыб на этот день ответственно заявляет. Подходить к ним опасно, особенно с дурацкими вопросами о личной жизни. Любая попытка вмешательства из в их отношения с любимым человеком вызовет в рыбах негодование крайней степени. А потому конфликт с родней, друзьями и прочими доброжелателями на этой почве более чем вероятен. Не хочешь поссориться в этот день с любимой свекровью? Улыбайся и игнорируй ее любопытство. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день рыбы могут оказаться в эпицентре каких-то разборок и интриг. Звезды рекомендуют рыбам держать вооруженный нейтралитет и оставаться в стране. Это не их война. Лучше всего дождаться окончания стычки между коллегами на обочине, как бы ни было великого желания вмешаться и вставить свои 5 копеек. Сохраняя спокойствие и индифферентность в этой ситуации рыбы сегодня могут сберечь не только нервные клетки, но и деловую репутацию, а также хорошую Отношения со всеми окружающими их людьми. Вот такой у нас получился прогноз, мои хорошие. Спасибо вам огромное за внимание, за ваши комментарии, лайки и поддержку. Ну и конечно же, я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. До новых встреч! И как всегда, пока-пока!